Где Эмилио? Я приказал ему быть здесь. Ты приказал ему? Лично? Да, лично. Мне не нравится, что ты не доверяешь мне. Мне тоже. Возможно, он прибудет с остальными. Пойдем. Ну что, как дела во дворце? Совсем непросто. Мученика доверяет только своим друзьям. Я пытался подготовить почву, дать ему несколько советов, но он слушает не меня, а других. Значит, нужно постараться и войти в круг его приближенных. Си, я понимаю, но это труднее, чем мне казалось. Отчего же, Карло? Я не знаю, просто он... Дош не доверяет мне. С чего бы вдруг? Это не моя вина. Я все время пытаюсь угодить ему. Выясняю, что он любит, преподношу ему то лучшее варенье из садов Сардинии, то самую модную одежду из Милана. То есть ты никто иной, как Подхалим? Что? Как ты меня назвал? Тряпка. Льстец. Лизоблюд. Мне продолжать? Бастардо! Ты не знаешь, каково это! Ты не понимаешь, как мне тяжело! О, я прекрасно тебя понимаю! Нет, ты понятия не имеешь. Просто чиновник. А я приближенный самого Дожа. Я с ним день и ночь. А ты только мечтаешь о таком. Ты закончил? Едва ли. Теперь ты послушай меня. Я почти у цели. Уверен, что мы сможем привлечь Дожа на нашу сторону. Просто мне нужно время.
Времени у нас, мягко говоря, не в избытке. Сегуми. Мы берем мало. Стоп. Что сказать? Подходите, господа. Красота. У меня болят ноги. Может, присядем где-нибудь под крышей? Ты знаешь место, где можно спокойно обсуждать такие дела? Чем мы можем помочь тебе? Бонжорно, кузен. Сеньор Карло. Мы думали, что Эмилио с тобой. Эмилио мертв. Что? Как? Это ассасин. Тот самый, который перебил семью Пацци. Он здесь, в Венеции. Экози, ты не знал об этом, Сильвио? Он может быть где угодно, прямо здесь, а мы не подозреваем об этом. Он убил Эмилио в его собственном дворце. И что будет с нашими планами? Время интриг прошло, братья. Мы должны действовать. Но, Марко, я так близок к цели. Еще пара дней, если я... Нет, все произойдет на этой неделе. Нам нужно идти дальше. Что испанец думает об этом изменении в планах? После тебя... Скоро сможешь сам его об этом спросить. Он здесь? Прибыл из Рима? Так говорят. Отлично. Возможно, он сам примет решение. О чем, кузен? О том, что для нас купится в том платье дороже. Кузен. Я не знал, что это подлежит обсуждению. Ладно, иди. Мне казалось, что выбор очевиден для всех. Должен стать тот, кто спланировал все это дело. Тот, кто своим умом додумался, как спасти город. Красотка! Практическая сметка очень важна, друг Сильвио. Но прежде нее правитель должен обладать мудростью, не забывая об этом. Кальма, кальма, амичи. Прошу, не нужно ссориться. Вы знаете, что решение принимать не вам. Совсем не факт, что он выберет человека из семьи Барбарико. Отчего ему не выбрать меня? Я выполнял всю тяжелую работу. Баста! Мы подождем его прибытия. Ты уверен, что он придет? Да. Сеньор, нам нужно идти быстрее. Я чувствую слежку. Спасибо, Данте. Мы постараемся не отставать от тебя. Этот телохранитель – настоящая находка. Сколько ты платишь ему? Меньше, чем он того заслуживает. Парень уже дважды спас мою жизнь. А вот собеседник из него скверный. Довольно, хватит молоть чепуху! Кто станет дожем, не вам решать. И, кстати, я не давал вам позволения строить планы. Простите нас, господин. Мы хотим только услужить вам. План таков. Дож Маченига умрет сегодня ночью. Как только это случится, Марко займет его место. Ви ринграцио, умилменте, маэстро. Отлично. Мессер Гримальди, ты близок к Маченигу. И потому сыграешь главную роль. Сделай все как должно, и не будешь забыт. Пойдем со мной. Крови не проливать, понимаешь? Все должны думать, что он скончался мирно и тихо. Конечно, господин. Насколько ты близок к нему? Я могу свободно гулять по дворцу. Пусть Дож не слушает моих советов, зато верит мне не меньше, чем близким. Отлично. Тогда я желаю, чтобы ты проник на кухню и отравил его обед. Как скажете. Марко, ты можешь быстро достать подходящий яд? Стоит обратиться к моему кузену.
Он подлинный знаток ядов. А, Сильвия. Я к вашим услугам, господин. Что ты можешь добыть для нас? Я потолкую со своими людьми на улицах. Скорее всего, я сумею достать Кантареллу. Хорошо, а что это? Разновидность сильного мышьяка. Обнаружить почти невозможно. Заставь их задуматься. Веди. О, ва бене, ва бене. Значит, господа, какой приятный сюрприз. Помоги мне починить платье. Это будет незабываемо. Хочешь? Крови не проливать, понимаешь? Все должны думать, что он скончался мирно и тихо. Конечно, господин. Насколько ты близок к нему? Я могу свободно гулять по дворцу. Пусть дождь не слушает моих советов, зато верит мне не меньше, чем близким. Отлично. Тогда я желаю, чтобы ты проник на кухню и отравил его обед. Как скажете. Марко, ты можешь быстро достать подходящий яд? Стоит обратиться к моему кузену. Он подлинный знаток ядов. А, Сильвия. Я к вашим услугам, господин. Что ты можешь добыть для нас? Я потолкую со своими людьми на улицах. Скорее всего, я сумею достать Кантареллу. Выиграть для меня немного времени. Разновидность сильного мышьяка обнаружить почти невозможно. Ладно. О, ва бене, ва бене. Значит, решено. Какая улыбка. Кто-нибудь видел мою... О, боже. Мне не хватает внимания. Все радости. Выручите меня. Для вас. Чао, рогатсо. Сюда, сеньор. Не желаете развлечься? Все радости жизни для вас. Ну, зайдите, ну, поцелуйте, оставьте все заботы. Читайте в полном тексте указа. Прошу прощения, господин, но разве это не опасно для вас? Следует ли вам настолько углубляться в детали нашего заговора? Я чувствую, что должен заняться этим лично. Пацци подвели нас во Флоренции. Я надеюсь, что вы этого не сделаете. Не беспокойтесь. Пацци были всего лишь кучкой глупцов. Пацци были влиятельным и уважаемым семейством, но их уничтожил один молодой ассасин. Не стоит недооценивать врага, который сейчас находится... в вашем городе. Иначе Барбарику разделят судьбу Пацци. Действуйте быстро и наверняка. Белле, мне пора возвращаться в Рим. Времени мало. Не подведите нас. Что я за кретин? Нужно было лучше следить за ними. Теперь только Антонио поможет мне расхлебать кашу, которую я заварил. Городская казна
связи с этим вводится дополнительный налог на предметы роскоши. Ты свихнулся? Убирайся отсюда! Эй, вы с ума сошли? Салюте, белло мио, коме стай? Уже соскучился? Прости, дорогая, но сейчас не время для утех. Я должен поговорить с Антонио, срочное дело. Антонио! Эцио пришел! Эцио, все ли в порядке? Карло Гримальди и Барбарига вступили в сговор с неким испанцем. Они собираются убить Дожа и поставить на его место своего человека. Тогда в их руках окажется вся Венеция и весь ее флот. И меня еще называют преступником. Ты мне поможешь? Я на твоей стороне, брат. Да и все мои парни тоже. И девушки. Грация, амичи. Но, Эцио, на этот раз все будет гораздо сложнее. Дворец Дожа охраняется лучше всех зданий в Венеции. Смелость города берет. Вот за это мы и любим тебя, Эцио. Пойдем, посмотрим на него. Что-нибудь да придумаем. Так, это сюда. Заговор против Дожа. Страшное дело. Хотя предательством меня уже не удивишь. В детстве мне рассказывали, что дворяне добрые и справедливы. И я верил в это. Мой отец был сапожником, а мать служанкой. Но мне хотелось добиться куда большего. Я усердно учился, но это ничего не значит. Коль ты не отпрыск знатного рода, то для дворян всегда будешь человеком низшего сорта. Так скажи мне, Эцио, кто настоящие аристократы Венеции? Люди вроде Карло Гримальди и Марко Барбариго? Нет. Я считаю, это мы. Воры, наемники и шлюхи. Пока мы спасаем Венецию и ее жителей, дворяне мечтают использовать их себе на забаву. Нужно тщательно исследовать дворец, осмотреть его под разными углами. За дворцом стоит высокая колокольня. Можно забраться на нее или по задней стене базилики. У тебя есть мысли на этот счет? Парадный вход для нас закрыт? Хе-хе, ла бене. Мы попробуем войти из парадного входа с Сапутелло. Вот тупица. Что он делает? Ну, что ты думаешь? Здесь мы не пройдем. Пока мы будем разбираться со всей этой стражей, они успеют убить Дожа. На минутку. Законно?
Ты посмотри, тут повсюду лучники. И на стену здесь не заберешься. Подходи, не стесняйся. Бенни, нам повезло. Похоже, что по лесам можно взобраться на крышу базилики. Ну что, вперед? Смотри, это же он, Гримальди. Сеньор, неужели вы не понимаете, что я вам предлагаю? Пожалуйста, выслушайте меня. Это ваша последняя возможность. Как ты смеешь? Прошу прощения, я не хотел вас оскорбить. Я просто забочусь о вашей безопасности. Время на исходе. Через ограду не перебраться, да и стражники повсюду. Дьявол! Сегуми! Это невозможно. Человеку туда вход заказан. Только птица пролетит. Да, птица. Постой, куда ты? К своему другу Леонардо. Уходи сейчас же. То, что вам нужно. Может, вы так давно мечтали. Нет, нет, не подходи. Лечу всех!
Разве у нас не действует закон о приличиях? Мне нужна твоя помощь. Она работает? Что? Что ты сказал? Твоя машина работает? Она в самом деле летает? Не знаю. Это всего лишь опытный образец. И он еще не готов. Испытывал? Нет. Это слишком опасно. Чтобы испытать ее, нужно спрыгнуть с башни. Какой безумец решится пойти на это? Леонардо, кажется, ты нашел такого безумца. Ну, как она работает? Ты когда-нибудь наблюдал за полетом птиц? Дело не в том, чтобы быть легче воздуха, а в том, чтобы сохранять равновесие. Ты должен использовать вес тела, чтобы менять высоту и направление. Удачи, Эцио. Почему я падаю? Это просто смешно. Дворец слишком далеко. Невероятно! Она работает! Работает, клянусь, ты полетел, Эцио, полетел! Си, но не очень далеко. А чего ты ожидал? Эта машина не рассчитана на дальние перелеты. Ладно, я еще раз посмотрю на чертежи. Попробую отыскать способ увеличить дальность перелета. Эцио, мне сообщили, что Карл уже добыл яд. Нужно торопиться. Антонио, это Леонардо, гениальный изобретатель. Он построил этот кусок дерьма. Эй, дело не в машине, а во мне. Я проверил и перепроверил чертежи. Увеличить дальность полета не выйдет. Это невозможно. Дурацкая затея, мать ее. Эврика! Ну конечно! Гений! Что он там делает? Тепло поднимает. Ей нужен огонь. Горячий воздух под крыльями поднимет машину. Леонардо, чем сможет пригодиться один костер? Не один костер, Эцио, а дюжина по всему городу. Столько костров, сколько нужно, чтобы доставить тебя ко дворцу дожей. Как? Каписко. Мои люди сделают это, но ты забыл о стражниках. Не волнуйся, я разберусь с ними. Я дам приказ своим людям следовать за тобой и занять позиции. Когда солнце скроется за Сан-Марко, они зажгут костры. Видел бы это? Стой! Дерись как мужчина! Господи Иисусе! Помолись последний раз, криминале! Не трогайся! Куда он делся? Ладжу! Дай его! Эондейл, Фет! Я не люблю ждать! Как? Бежать! О, нет! Нет, нет, нет! Мама мия, это нехорошо! Надо бежать за помощью! Тебе не уйти! Это просто смешно! Винченцо должен был сменить меня еще час назад! Жена убьет меня, если я снова опоздаю кушать! Да что ты волнуешься? Иди вот и все! Мы же не дожа охраняем! Кстати, а что мы охраняем? Хочу поговорить! Откуда мне? Где я видел? Визажи все распроданы, но я...
Дюдаль Челлот. Что он затеял? Какие мускулы. Тебе здесь не место. Уходи, залезай, Стронгзо. Экколо. Надеюсь, ты что ты здесь делаешь, и грехов. Ладжу! Там! Черт! Взять его! Это мой квартал, Буфон. И здесь я король, и я ненавижу смутьянов. Вот и дело. Вы что, язычник? Бросать слово Божье на дорогу. Может, стоит доложить инквизиции? Господи, распорядок. Думаю, в темнице еще есть свобода. Эй, не забывай, где ты находишься. Что? Он там! За ним! Не трогайте меня! Вы просили меня! Крупная награда! У меня есть все, что вам нужно. До свидания. У тебя что-то болит, друг? Есть то, что...
Вот, сеньор. Расскажите обо мне друзьям. Бонжорно. Привет, Эцио! Давай поглядим на список. Buon viaggio! Для вас, дорогие клиенты, у меня просто невероятно. Отходите, друг... Вот и все. Заходите еще. Пейзажи все распроданы, но я принимаю... Пожара во время фестиваля на площади Сан-Поло Дож повелел ввести стандарты для изготовления фейерверка. Полный текст указа вывешен. Смешно, да? Я могу вырезать большую... Ой, кого ты себя... Подходите, друзья! Иди же, ты совер! Добрый, это часть... Все мои клиенты одеты по последнему! Подходите, люди! У меня десятки. Что я наделал? Простите, мне нужны... Настоящее мастерство. Пора. Ты сделал это? Отлично. Си. Надеюсь, твой план сработает. Потому что времени у нас почти нет. Эцио, слушай внимательно. Лети от костра к костру. Их жар поднимет машину и поможет тебе удержаться на нужной высоте. Бене, будь осторожен.
На крышах лучники. Не дай себя подстрелить, иначе твой полет будет очень коротким. Вот бы я смог пользоваться клинком во время полета. Но ноги-то у тебя свободны. Если подлетишь близко к лучнику, пока он не успел всадить в тебя стрелу, сможешь спихнуть его с крыши. Ладно. Сейчас или никогда, амико мио. Что это? Стреляйте! Стреляйте в крылатого демона! Это было? Не беспокойтесь. Наверное, дети балуются хлопушками. Ну, ваш ход. Проваливай! И чтоб я тебя больше не видел! Эколо! Бей его! Стойте! Сеньор, не пейте! Ты опоздал. Дож мертв. Что? Карло? Простите, сеньор. Вам стоило придавать больше значения моим словам. Ты проиграл, ассасин. Простите меня, сеньор. Я хотел... Зачем? К чему все это? Ассасин! Ассасин! Он убил Дожа! Дож убил... Похоже, ассасина может убить лишь другой ассасин. Мы убиваем, полагая, что так будет лучше для нас. Верно, мистер Эцио? Я делаю это не ради себя. Я приношу эту жертву во имя всеобщего блага. Покойся с миром. Ты убил меня! Ты убил меня! Thank you.
видел. Я уже человек. Не бойся.